Слышь, Полоцвет, скажи мужикам, пусть шиферя вскипятят. Прикос скажет, сделаю, а вот ты кто такой? Ну, Полоцвет, посмотрим, как дальше все будет. А тут и смотреть нечего, Клык. Как говорится, не так трудно захватить власть, как удержать ее. О. Ты сам понял, что сказал-то, а? А ты не изгаляйся. Кончилась твоя власть. Надоел хуже некуда. Абрикос, я правильно говорю? Говоришь, что правильно. Только слушай, против. Это как же? Пока Клык на этом месте лежал, вы ему пятки лизали? Лизали. Теперь мне лижете. Ты ему другой посильнее меня придет, тоже лизать будете. Не так, что ли? Ну, что молчите? Зачем обижаешь? Мы тебя уважаем. Уважает он. Уважает. Боишься ты меня, не уважаешь. Боишься и правильно делаешь. Понял? Клей. Иди сюда. Ты не обижайся на меня. Ты пацан вроде правильный, только пока я не понимаешь, как себя вести. Ну ничего, поумнеешь, тоже деловым станешь. Давай. Мы с тобой наведем порядок в этой хате. Полоцвет, я тебе что сказал? Я все сделаю. Ну, возьми Полоцвет, у меня все есть. Сейчас все сделаем. Сэк, давай их на выход. С вещами. Пятка! Чего? Тормознись пока. Абрикос вернется, тогда я пищеферю. Слышь, Квадрат. А? Я тут через баландера кое-что узнал. На. Че, ну ты знаешь, что Абрикоса к малолеткам в хату сунули? Тоже мне новости. Это все в курсе. Да? А знаешь, что там разборка была? В натуре? Да. Ну? Че, ну? Ну че? Че, Абрикос? Абрикос там всех построил, кто пасть разинул. Короче, под себя всю хату подмял, они сейчас все под ним ходят. А ты че, по-другому ждал, что ли? Да нет, ну че, Абрикос, он и есть Абрикос. Это точно. Здорово, народ! Здравствуй, мил человек. Скукота. Что ты сказал, молодой человек? Что я сказал? Я сплю здесь, понятно? Уверен? Абсолютно. А ты спишь в парашу? Значит так, выйдет. Без моего разрешения здесь вдохнуть никто не может, понятно? Все место! Я не понял, кому-то объяснить, а? Ёж. Что? Нехорошо. Придется поучить тебя уму-разуму. А кто это, а? Кто это меня учить собрался? Ты? Совсем нехорошо. Я сплю здесь. Придется его все вытирать.
Зачем ты так, браток? Чувака ты расшатываешь. Не, ну ладно. Он малек погорячился, но ты тоже не прав. Ну и что нам делать с этим куском дерьма? Пол, так он и не помог. Он по-всякому помыть должен. Только тряпка должна быть мокрая.